Нашла. Снимаются все маски и голограммы. Фантом предстает перед тобой в первозданном виде. У нее голограмма перед ней идет, она ее двигает. И самой ей трудно передвигаться, она как погрязла в каком-то ногах. В структуре в какой-то. Оно все находится в ее биополе, не в биороботе. Нет, в ее тонких телах. А в биороботе ничего нет? Нет. Отлично. Защищаем ее физический биоробот защитным потоком из чистых энергий Абсолюта. Берем Галину в защитный скафандр на время работы с тонкими телами. И вместе с тонкой копией Галины поднимайся в комнату диагностики. 1, 2, 3. Пошел подъем. У нее эта голограмма как вросла. Хорошо. На землю, я имею в виду, ее трудно поднять. Ах, вот как. Я даю команду на счет 3. Ты вместе с Галиной делаешь квантовый скачок в нашу комнату диагностики. 1, 2, 3. Ты в комнате диагностики. Мы на месте. Отлично. Мы приветствуем Галину, интересуемся, готова ли она к диагностике и чистке, доверит ли она нам свое биополе наперед сеанс. Мне голограмма улыбается и кивает. Голограмма улыбается и кивает. Хорошо. Галина за ней стоит. Понятно. Я даю команду на счет 3. Эта голограмма рассинхронизируется, отключается полностью до 100%, выходит из ее биополя и отправляется в клетку-тюрьму. Пошел процесс. Да, будет так. А так и есть. Эта голограмма, она очень давно в ней наполнена историями, событиями. Она словами Галины, биоматериалом, душой. То есть ей очень трудно рассинхронизировать. Я подхожу к ней, кладу руки на плечи и помогаю ей, моей энергии, отключить эту голограмму полностью. 1, 2, 3. Она выходит из ее биополя, отправляется в клетку-тюрьму. Рассинхронизацию мы проведем отдельно. Готово. Отлично. Галина, вы меня слышите, видите? Она плачет, она пытается руки поднять, ноги ее как резина тянет вниз, жвачкой вниз ее. Хорошо. Подхожу к Галине, кладу руки на плечи и помогаю ей. Включаю ей внутренний белый свет. 1, 2, 3. И на 4 моей энергии, энергии Галины, мы выдавливаем из ее рук и ног эту жвачку. 1, 2, 3. Вся эта жвачка, вся эта масса до последнего микрона выходит из ее биополя и формируется в шар перед ней. А ты знаешь, это плотная энергия, которую она сама насобирала. Руки она показывает. Руками она вокруг себя насобирала это. Смотрим, есть ли ответственность за эту энергию. Хорошо. Теперь она меня видит? Да, видит. Галина, мы приветствуем вас. Интересуемся, готовы ли вы дать свое согласие на диагностику и чистку? Готова. Хорошо. Я даю команду на счет 3. Сканер сканирует пространство над головой Галины, под ногами. Сканирует все 7 тонких тел Галины, находит все. У нее арахноид, рептилоид. Сколько греев? 2. 2 грея. Инзиктоид? Подожди. Есть дракон. Какой? Разный. Инзиктоид. Вот. Я его чувствовал по фото. Есть бес. Еще и бес. Какой бес? 8. 8-герцовый. Хорошо. Итак, у нас... Чья это голограмма? Рептилоида. Игреев, да? Да. Это эгрегор. Эгрегор? Они из нее эгрегор сделали. Ладно, мы потом будем разбираться. Будете объяснять. Откуда эта жвачка взялась? Выстраивает жвачки канал к ответственному, если такое есть, притягивается в клетку-тюрьму. Да, будет так, а так и есть. Это не беса случайные игрушки? Нет, это энергии, которые уплотнились. Она насобирала на себе за всю жизнь. Там очень много людей, которым нравится скидывать свой негатив через нее. Ах, вот как. То есть люди, приходящие к ней, просто скидывают негатив, она его на себя берет, правильно? Правильно. Она показывает, как руками, как будто она тесто мнет, и вот эта вот резина, она как тесто тянется в нее по рукам. Она, в общем, она ее заполонила уже почти по горло. Ноги полностью все у нее. Ну, в общем, я понял, о чем идет речь. Человек просто, видать, понятия не имеет, какими
Наскидывать не умеет. Не умеет скидывать и берет на себя все. А это самое главное и первое правило тех людей, которые лечат, никогда на себя ничего не брать. Для этого надо понимать всю структуру, как это все скидывается. Понятно. Значит, это масса практически. Но там есть ее энергия, мы можем ее забрать, да, Вера? Ну, я пока чужеродную вижу. Может, потом что-то будет. А там есть чужеродные? А, в смысле, от чужих людей, да? Да, это... Разберемся. Хорошо. Так, все знают, где они присутствуют? Или кто-то не в курсе? Все на голограмму все надеялись. Да. Это, наверное, гры. Он знает, и всем грустно. Хорошо, что вы понимаете, где вы находитесь. Значит, переходим сразу к реверсу энергии. Я даю команду тонкой копии Галины спроецировать все энергетические и сферические каналы ко всем ответственным подселенцам, ответственные за чужеродные негативные и патогенные низкой вибрационной энергии в ее биополе. 1, 2, 3. Каналы выстраиваются, сущности каждый подходит к своему каналу. Я даю команду тонкой копии произвести отчуждение. Все чужеродные патогенные низкой вибрационной энергии, откат всех негативных программ, негативных мыслеформ. Пошла энергия по каналам чужеродная по отношению к Галине. Энергию страха, энергию неуверенности, энергию всех болезней. Все, что она могла получить от них, возвращается к ним. Выстраивай два канала, один к голограмме, а один отдельно к этой жвачке. Назад. Усиливай все в 100 раз. Вот к этой жвачке, помимо того, что там энергия, вот эти патогенные все, туда еще возвращаются жалобы какие-то, которые липли к ней. Рептилоид с Греями. Как долго вы находились с этой голограммой в биополе Галины? 12 лет. Рептилоиду не нравится, что ты его сущностью назвал. А как мне его называть? Считай цифру у него над головой. 326. 326. Ну и что? Я общался с Греями, с рептилоидами, которых ноль еще сзади стоял после 326. Такие он не... себя гуру считает. Он себя считает гуру? Серьезно? Она как, а что тебе дает такое основание считать себя гуру? Он имеет целый эгрегор в человеческом теле. Хорошо, давай начнем с этого эгрегора в человеческом теле. Итак, рептилоид, объясняй мне насчет этого эгрегора. Если ты себя считаешь гуру, давай. 12 лет ты сидел. Какой это эгрегор? Назови его. Он как-то объясняет это, что он подключился на ее знания какие-то и оттуда сделал эгрегор. Хорошо, она занимается рейки, насколько я знаю. Ты имеешь в виду это учение? Он подключился к этому учению, да. А где ты нашел там ответвление? Я очень хорошо знаю это учение, но я не знаю, я не понимаю тебя сейчас, о чем он ты говоришь. Он говорит, что у него тоже не низкий уровень, и поэтому пустить свои энергии рядом с рейки не составляло труда. Маленьким потоком подключиться и развить, это же не с одного раза. Понятно, такой хорошо. Такой толстый эгрегор образовался. Я понимаю. Ты подмаскировался под эту энергию практически и перевел ее в ту сторону, которая тебе удобна, да? Маленькой струйкой подсоединился и уплотнил до эгрегора, собирал человеческие энергии. Ты хочешь сказать со всеми, с кем она общалась? Или я подсасывал энергии и до сих пор продолжаю делать это через наши голограммы. То есть эти голограммы ты еще установил в этих других людях, с которыми она общалась? Если ты подсасывал энергии через голограммы? Они еще через присутствуют? Голограмму, которая установлена в ней. Я понимаю. А в этих людях ты что-то установил дополнительно, какой-то передачу? Нет, они сами отдавали свои энергии. Понятно. Скажи, получается, люди приходили к ней на обучение, я полагаю, и они приходили к ней на лечение. Что происходило с людьми, которые приходили на лечение? Отток вот. Энергии. Понятно. То есть противоположное тому, что должно давать рейки, не шла энергия рейки, а шел отток энергии. То есть практически результат был, я полагаю, равен нулю? Нет, что-то пропускал я, чтобы чувствовалось изменение. Понял. Значит, ты блокировал, когда тебе это было необходимо, но ты и не всю энергию блокировал для того, чтобы у человека не возникло подозрения, что это не работает. Правильно? Я объясню. Чакры заполнялись энергией рейки, да, которая мимолетная, если ее постоянно не подкачивать. А человеческие энергии, эмоции я забирал себе через эгрегор.
Теперь я все понимаю. Благодарю за эту информацию. Хорошо, как у нас с реверсом, Вера? Закончился. Установили фильтры с золотой сеточкой на все каналы. И в порядке реверса Галина забирает всю чистую, светлую, божественную энергию. Обратно пошла энергия божественная и чистая. Потоками 1, 2, 3. Пошел процесс. Добавь еще знания. И даю команду на возвращение всех знаний Галины, которые она имела. 1, 2, 3. Все ее знания возвращаются назад. Что у нас возвращается? Все, что ты перечислил. Понятно. Красный дракон, как долго ты находился в этом биополе? Считай, пожалуйста, цифры у него над головой, Вера. Он был 3 года. Да. 26-17. 26-17. Где твои платы стояли, красный дракон? Или стоят? Третий глаз? Есть в третьем глазе. А еще где? В сердечной чакре. Да, там холод шел. Мне вот интересно, красный дракон, ты работал с рептилоидом? Или вы работали? Нет, да, хорошо. Это для меня было важно узнать. Инзиктоид, как долго ты находился в этом биополе? 8 месяцев. 8 месяцев. У тебя 1 или 2 инкубатора? Я вот сижу и думаю. 1. Понятно. Хорошо. Арахноид, как долго ты находился в этом биополе? 5 лет. Хорошо. Я спрашиваю сейчас, кто еще находится из вас в квартире Галины? Арахноид. 1? Нет, подожди. И рептилоид с Грэмми. И рептилоид с Грэмми. Понятно. Хорошо. Я почему это говорю? Потому что мы сегодня будем и квартиру чистить. Поэтому мы неизбежно встретимся. После чистки я отправлю некоторых из вас в квартиру, в дом, для того, чтобы они собрали. И после этого я открою портал, и они уйдут на свою чистоту. Бес, как долго ты находился в этом биополе? 3 года. 3 года. На что зашел? Какая эмоция? Там спектр эмоций. Да ты что? И что тебе больше всего отзывалось? Назови мне 2-3 греха. То, что музыка в твоих ушах, что это было? Думает? Ну, ты его в ступор поставишь. Ладно, хорошо. Греха ему не Ладно, нравится. стоп. Давай сделаем другое. Забудь. Это давай. Что тебе больше всего, какая эмоция в ней нравилась? Вот. Так будет лучше. Что это? Крик, скандалы, алкоголь, все что угодно может быть. Что тебе без больше всего в ней нравилось? Какая энергия? Была музыка в твоих ушах? Говорит много, руками махает. Ну, руками махать это что? Это грех какой-то? Это какие-то... Что это значит? Зовет меня. Ты хочешь сказать, когда люди машут руками, они зовут бесов? Что ты мне сейчас такое втираешь, бес? Я не пойму. Эмоции выплескивает таким путем. Значит, в тот момент, когда она размахивает руками, она что делает? Она кричит? Или что она производит? Просто махание руками никого, ничего не призовет. Там должно... Я же говорю, разговаривает много и руками махает. О чем разговоры? Просто болтовня пустая? Или это разные. Осуждение других людей? Склоки? Больше бы сказал, планы строит. А что пустом месте. А чем это связано? Я вот сейчас не понимаю. Планы на пустом месте. Мне надо понять ситуацию, что тебя так в ней притягивало. Ты дергал за веревочки. Какую эмоцию ты вызывал в ней? Скажи мне так. Вот тебе захотелось кушать, ты дернул за веревочки, руки или ноги. И что она начала делать? Она сама себя не понимает. Бес, ответь мне на мой вопрос. Когда... Сейчас, подожди, формулирую, чтоб ты понял. Давай. Примером покажу. Видишь, сколько в ней дерьма, каких только нет в этой клетке. Это я согласен, да. Широкий спектр. А она все думает, как деньги сделать. Не может переключиться. Материальное. Эти, как ты назвал это? Жвачки. Вот как. Все мнет и мнет. Все понял. Благодарю тебя за это. А ведь много других интересов и профессий. Все верно. Если даже бес такое знает. Бес, ты заслужил все лярвы в этом биополе. Тебя это интересно? Упрямость у нее. Угу. Хорошо. В разрез тебе делать. В разрез. Лярвы. Да. Лярвы хочу. Ну, ты мне дал ценную информацию. У меня нет никакого основания тебе эти лярвы не дать. Кроме того, ты находишься в квартире?
Самый главный грех – не любит она себя. Вот. Все под других подстраивается. Вот это я и хотел услышать. Вот это надо было мне понять. Вот теперь я... В квартире меня нет. Черт там сидит. Хорошо, там сидит черт. Если тебя нет в квартире, тогда я тебе предлагаю вариант к этим лярвам, которые, когда придет твоя очередь, ты снимешь все. Я тебе отдельную команду дам на эти лярвы. Кроме того, я тебе еще отдам весь эмоциональный фантом. Все негативные и патогенные энергии, страха, ненависти, злости и так далее, и так далее. Что является на самом деле музыкой в твоих ушах. Вот это тебе хочется? Все, что дашь, заберу. Чем больше заберу, тем дольше меня здесь не будет. Ну, тебя здесь не будет, в принципе, если она изменит свое положение, если она изменит всю эту ситуацию, если она поймет, сделает выводы и изменит реакцию на определенные вещи. Если она я не будет... про землю говорю. А, про землю в этом плане. Хорошо, мы ждем окончания реверса. Реверс закончился, назад мы все забрали, да, Вера? Реверс закончился. Хорошо. Так, начнем с арахноида. Арахноид, выходи, вытаскивай всю свою паутину, все свои иголки, ничего не забывая, если есть жидкость, все отсасывай и возвращайся назад в клетку, докладывая мне о готовности к проверке. Приступай. Он на голове себе дома отстроил. Хорошо, из паутины. Я понял. Арахноид, это паутина, это дом на голове. Как они воздействовали на Галину? Тяжесть на голове у нее была. Мигрень, головная боль или сдавливание? Что именно? Потеря концентрации. Отсутствие концентрации. Понятно. Знакомая ситуация. Хорошо. Давай, вытаскивай все. Пласт паутины на голове. Ну, с пластом паутины на голове ты концентрироваться точно не сможешь. Затылочная тяжесть. Иголки в голове. Хорошо, вытаскивай все. Ты в квартире подошел, да? Нет, она в квартиру его занесла. Ах, вот как. Значит, она где-то его раньше подхватила, да? Она принесла его в квартиру. Понятно. Она была где-то в другом месте. Он выбрал ее, прыгнул ей на голову, и она его внесла в свою квартиру. Так, арахноид? Да. Хорошо. Вытаскивай все, ничего не забывай, и на свободу с чистой совестью, как у вас уголовников говорят. Готово. Грые, выходите, рептилоиды, дай им команду, пусть они выйдут и вытащат все, что осталось в биополе. Ничего не забывайте. Приступай. Он говорит, что да. Опустошили голограмму, и только под ключики должны снять они. Все верно. Соединяющие голограммы с ним. Да. Все так и есть. Всему приходит конец в этой жизни. Ничего не длится вечно. 12. Не очень много вот этих подключек везде. Шея, плечи, спина. Ну, 12 лет воздействия такого. Скажи мне... Как проводки отключают. Да. Значит, это реакция... Как эта голограмма воздействовала еще на других людей? Я вот тебя сканировал, когда ее фотографию, я сразу почувствовал голограмму, потому что она отражала все мои энергии, они шли назад. Когда я чувствую возврат энергии, знаешь, там стоит голограмма. Вот. Как она воздействовала при общении, не в работе, просто с другими людьми? Они ее не замечали, было им неприятно, или они просто теряли энергию? Как стекло. Как стекло. И что это означает? Они видели ее и... Они видели прозрачное стекло. Ах, вот как. С ее изображением. И какие эмоции у этих людей возникали, когда они видели голограмму эту? Отторжение? Или что там другое было? Настороженность? Нейтральные чувства. То есть никакой симпатии, никаких нейтральных... Как через стекло смотреть, да? Никаких эмоций не вызывает. Ты это хотел сказать? Мне это, да. Важно, мне это важно понять. Благодарю за эту информацию. Хорошо. Итак, арахноид все вытащили. В смысле, Грей все вытащили? Да, не отключили полностью. Хорошо. Я прошу Красного Дракона сейчас выйти, вытащить все свои платы безболезненно и вернуться в клетку. Приступай, Красный Дракон. Я готова. Хорошо. Инзектоид, выходи, вытаскивай свои инкубаторы, всю жидкость, все подключки, все крепления вытаскивай. На которых крепился этот инкубатор. Эти точки соприкосновения, они самые болезненные. Сколько человек набрал в весе, инзектоид, скажи мне сразу, от твоего инкубатора? Тебе нужно было меньше. Не знает этого. Ну, понятно, она посильно поправилась за последние 8 месяцев.
Налилась. Налилась, как он говорит. Хорошо. Ну, я знаю просто еще, вы отлично умеете раздувать человека. Вот это уже запрещенный прием. Жидкость он налил, он не поместил свою. Понятно. Для инкубатора. Веселые ребята. Очередь беса, бес. Выходи, сначала снимай все свои, все, что ты оставил. Веревочки, ботиночки, что у тебя там, качельки. Ленты на руках у него. Руки связаны были, понятно, хорошо. На ногах у него тяжесть, там как место, где он сидел. И он, в принципе, поглощал вот этот негатив, который спускался туда. Снизу ему очень удобно там было. Прямо к нему ушел. Ну, это у них такое место, все стекает вниз, да. Скажи мне, где у нее лярва находится, биополе? Он, знаешь, ее как называют, дойная корова, непрерывный поток. Энергии? Негативных выплесков. А, в этом плане, хорошо. Это мнение беса. А он имеет в виду клиентов и все, что он из них забирает. А, в этом плане. Все шло вниз, да. Поэтому он говорит, что она как дойная корова. Все равно кто-то придет и подзаправит меня. Да, нечего возразить пока. Он забрал все. Хорошо, бес, скажи мне, где находится лярва, чтобы я понял. После этого сердечная тебе... чакра, у нее тяжесть. Есть еще где? Ноги, голова? Спина, поясница. Спина, поясница. Хорошо, разрешайте. Руки у нее тоже в лярвах. И руки в лярвах. Хорошо. Столько негатива, помника. Все понятно. Хорошо, разрешайте все эти лярвы забрать. Вытаскивай, ничего не забывай. И возвращайся потом в клетку тюрьму. Приступай. Все снял, он говорит, я даже вырос. От столько, от такой от этих лярв? Да, вытянули меня энергии. Интересно, хорошо. Так, все забрали, да, Вера? Да, все забрали. Переходим к рассинхронизации. Я даю команду Галине на рассинхронизацию. Рассинхронизация до 100%. Готово. Ты знаешь, у нее нет их энергии, но есть ее мысли. И они Она вышли... последнее время, да, думала об интерферентах. Мысли вот эти вышли. Хорошо, мысли вышли. Но если это негативное, бес-то не твоя энергия? Заберу. Отправляю бес. Пагубный интерес. Ах, пагубный интерес это называется. Хорошо, отправляй. Поехали дальше. Я даю команду сканеру, команду на контрольную проверку. 1, 2, 3. Пошла контрольная проверка. Зеленый. Отлично. Отлично, все сняли. Подхожу к Галине, кладу руки на плечи и помогаю моей энергии на счет 3 отстегнуть все каналы. От нее к интерферентам и их подключкам. 1, 2, 3, удар. Отлетают каналы, открывается портал в галактическое ядро, каналы улетают на переработку. Закрываем, опечатываем, растворяем. Готово. Хорошо, буду отпускать. Инзиктоид, ты готов уходить? Готов. Открывается наверху портал против часовой стрелки на частоте инзиктоида. 1, 2, 3. Инзиктоид забирает все, что он с собой принес, и уходит на свою частоту. Закрывай, опечатывай, растворяй. Готово. Хорошо, красный дракон. Ты готов уходить? Готов. Открывается наверху портал против часовой стрелки на частоте красного дракона. 1, 2, 3. Красный дракон забирает все, что он с собой принес, и уходит на свою частоту. Закрывай, опечатывай, растворяй. Готово. Арахноид готов уходить? Арахноид в квартиру должен идти. Конечно, хорошо, арахноид в квартиру уходит. Ну, мы по-любому его притянули. Хорошо, арахноид, я тебя сейчас отправлю в квартиру. Ты готов уходить в квартиру? Да. Собирай там все свое потомство, всю паутину. И когда я приду минут через 20, я потом тебе открою портал. И открываю портал в квартиру Галины. 1, 2, 3. И арахноид уходит в этот портал. Дожидается нас. Закрывай, опечатывай, растворяй. Готово. Хорошо, у нас остался рептилоид и 2 грея. Хорошо, рептилоид и греи. В квартире вы тоже находитесь, я полагаю, да? Да, конструкция. Все по понятно. Сбору. Значит, вам надо будет ее забрать. Хорошо, сейчас буду отпускать вас по порталу в эту квартиру. Дожидайтесь меня, снимайте пока все. Я вам открою портал. Все понятно? Да. Открывается портал еще раз в квартиру Галины. 1, 2, 3. И рептилоид вместе с 2 греями. Уходит на свой уходит в квартиру. 1, 2, 3. Голограмма остается здесь. Готово.
Под голограммой открывается портал в галактическое ядро. 1, 2, 3. Голограмма уходит на переработку. Закрывай, печатай, растворяй. И под этой жвачкой открывается портал в галактическое ядро. И она уходит на переработку. Закрываем, опечатываем, растворяем. Готово. Хорошо. Значит, у нас остался один бес. И я ему еще обещал энергии эмоциональные. Тогда сейчас, секундочку. Он говорит, уже хотел припомнить. Да, у меня память хорошая, ну что ты. И выходит эмоциональный фантом Галины 1, 2, 3 и проецирует все негативные программы, негативные мыслеформы, а также всю низкую вибрационную эмоциональную энергию. Злость, раздражение проецируется на эмоциональном фантоме. Мне вышло много. Хорошо, формируй это все в шар. Бес забираешь? Забираю. Отправляю бесу. Много в ней негатива насобиралось. Это ж, наверное, за всю жизнь насобиралось, да? То, что осело и закоренилось. Ну, а если бес говорит, что много, то я полагаю, там действительно много. Хорошо. А ты своей памяти не хвались. В плане? Чем похвалишь, ты без того и останешься. Прибереги слова. Я тебе сказал, если я тебе пообещал, я говорю, я помню, что я пообещал. Я не говорю, что у меня великолепная память. Сказал, что хорошая память. А, ну хорошо. Значит, какая есть, во всяком случае, ты получил, что ты хотел. Ты готова уходить? А что еще что-то есть? Здесь нету, есть в квартире, но тебя там нет. Поэтому придется... Не готов. Хорошо, открывается внизу портал против часовой стрелки на частоте беса. 1, 2, 3. И бес забирает все, что он с собой принес, и уходит на свою чистоту. Закрывая, печатая, растворяя. И с тобой огненную пентаграмму. Ну вот, избавились и от лярв, и от негативных эмоциональных вещей. Все. Клетка у нас. Что-то есть еще? Посмотри, Вера. Нет, пустая. Поехали по частотам. 427. И иначе 3 в макушку головы Галины начинает поступать 7 высоковибрационных потоков по 400% каждый. 1, 2, 3. Потоки пошли. Наполняет, усиливает. Все необходимые ей цвета начинают поступать. Мощность потоков усиливается. Частота вибраций поднимается до 27 Гц. Пошел подъем. Она говорит, какая я дура была. Считала, что я такая умная, а оказывается, я элементарных вещей не знаю. Даже кто я не знаю. Не знала. Мы все делаем ошибки, Галина, это не страшно. Когда знаешь, что это ошибки, тогда всегда можно изменить это все. Так что не считайте, что это что-то страшное. Мы потеряли просто время, но набрали опыт. Это урок, это опыт. Так мы себя воспитываем, так растет наша осознанность. Главное, чтобы вы сейчас не повторяли своих ошибок, контролировали свои эмоции. Мы специально расспрашивали интерферентов, чтобы они рассказали, как они воздействовали, что им нравилось в вас. Измените просто вашу реакцию и не давайте повода для того, чтобы они зашли. Они любят вот такие вещи, о которых мы перечислили, поэтому предупрежден, вооружен. Ты прав. Первое, что мне нужно, это посмотреть вглубь себя и полюбить себя. Это сделать самое... для себя что-то. Абсолютно верно. С этого начинается все. Синхронизируется энергия вибрации, гармонизируется, распределяется, усваивается наилучшим образом. 1, 2, 3. И на 4 запускаем процесс активации. 1, 2, 3. Пошел процесс. Процесс идет. Да. У нее открываются чакры, но у нее видно уже, кто она. Она ангел, она это знает. Ангел. Хорошо. Отлично. Значит, сегодня куратор ангел придет. Ангелом. Все нельзя. Закончилось, крылья раскрылись полностью. Раскрылись. Она говорит, какая же это радость знать, кто ты. Это так. Все сразу стоят на свои места. А когда вы еще научитесь, кроме знаний, использовать преимущества этих энергий, которые у вас есть, в данном случае ангельской энергии, которой вы можете лечить себя, с которой вы можете связываться с ангельским миром, со своим куратором и вообще... Можно перечислять бесконечно. Вот тогда это будет рост осознанности. Она говорит, я об этом и думаю. Сколько же своей чистой энергии я растратила зря. Меркаба готова. Отлично. Хорошо. Пусть тонкая копия Галины вспомнит самый счастливый момент жизни и даст нам числовое значение. 720. Ого, большая радость. Поднимаем уровень эмоционального состояния тонкой копии Галины. До значения 720 Гц. Пошел подъем. А вот это и есть пик ее ангельских энергий с светлым стержнем.
где-то внутри себя она знала это всегда, но утратила. Хорошо, теперь у нее есть шанс. Мы даем второй шанс нашей работы людям жизни. А утратила она, погрязнув в материальном добывании средств проживания. Все верно. Как бес правильно заметил, есть еще и другие работы. Не надо упираться в одну какую-то. Есть еще куча других вариантов, которые она просто принципиально не видела. Ладно, и хорошо. Говорит, я затерянный ангел. Потерялась. Ничего, мы вас уже нашли. Синхронизируется энергия, вибрации, гармонизируется, распределяется, усваивается наилучшим образом. 1, 2, 3. Итак, как вы себя чувствуете, Галина, после чистки? Она говорит, потерялась в процессе жизни, но самое главное, что сейчас я вижу свой свет, знаю, кто я. У меня есть стержень, и я больше не буду засорять его. Очень важно это понимать. Хорошо. Итак, мы закончили чистку, у нас остались еще 10 вопросов к куратору. И я делаю запрос в энергоинформационном поле и приглашаю к нам прийти куратора, друга Галины из ангельского мира в нашу комнату диагностики. Это женщина. Снимаются все маски и голограммы, фантом предстает перед тобой в первозданном виде согласно своему эфирному коду ДНК. Мы приветствуем куратора или учителя, или друга. Как нам обращаться к вам? Лала. Лала. Вы куратор? Лала? Я друг. Друг. Хорошо. Лала, очень рады видеть представителя ангельского мира у нас в комнате диагностики. Мы сегодня проводили чистку вашей подопечной Галины. Вытащили из нее, вы знаете, что мы там вытащили. Там было действительно очень много всего разного. Заправили ее энергиями. Она все свои ошибки поняла. В процессе активации идентификации она показала свои крылья, они расправились. И в этом состоянии вот мы ее сейчас здесь имеем в нашей комнате диагностики. У нее еще остались 10 вопросов своему куратору. И мы спрашиваем уважаемую Лалу, будет ли она так любезно ответить на эти вопросы. Приветствую всех ангелов в этой комнате. Я очень рада встрече с Галиной, так как она ангел от всей души по-ангельски и насобирала в себе эту компанию. От всей души. Очень рада, что она вспомнила, кто она, и в дальнейшей жизни будет защищать свой ангельский стержень от чужеродных негативных энергий. Я активизирую сегодня этот стержень, хотя и так он уже подсвечен. Но, а так как я с ангельского уровня, энергии пройдут активизации очень быстро и четко. Я готова ответить на вопросы, которые подготовила Галина. Хорошо, благодарим вас, уважаемая Лала. Я начинаю с первого вопроса. В принципе, ответ мы уже получили. Откуда моя душа? С ангельского уровня. Благодарим вас. Второй вопрос. Сколько было воплощений у меня на Земле? 17. Благодарю вас. Третий вопрос. Какая цель, задачи этого воплощения? Ты развиваешься на Земле. В своем физическом теле ты развиваешь свою ангельскую душу, помогая людям. Но который раз уже ты погрязаешь в чужих проблемах и негативе и не можешь откорректировать свою миссию правильно, имея внутри четкую грань между тем, что можно сделать, а что нельзя. Жалость — это плохой советчик, например. Именно этот баланс ты ищешь на Земле. Понятно. Жалость — это чистота бесов и демонов. Они это очень любят, эту чистоту, и с удовольствием на нее приходят. Я думаю, я правильно объяснила. Спускаясь Лала. До желаний клиентов, ты теряешь себя. Вот этот баланс ты и должна. Душа, которая знает, кто она... Кто она есть, она автоматически понимает, до какого уровня ей нельзя спускаться или доходить. Они всегда чувствуют это душой интуитивно. Я бы назвала это опускать себя.
Очень правильное замечание. Я благодарю вас, Лала, за это замечание. Можно дальше продолжать? Или вы хотели добавить еще? Я добавлю, опускать себя до уровня того, кто это просит, жалостью, мольбой, желанием. Не спускайся на чужие желания и ожидания. Останови свой правильный баланс, ниже которого ты не спускаешься, во вред себе. Я могу продолжать дальше, с вашего позволения? Да. Хорошо. Четвертый вопрос. Я не совсем понимаю, но, возможно, вы поймете. Третий у нас был, какая цель, задача этого воплощения. А вот четвертый, как мне удается достичь эти цели? Вот я дословно прочитал. Или удастся, может, она хотела написать, но получилось удается. Не опускаться. Я отвечу на оба эти вопросы. Как тебе удается, ты идешь наперекор всему и продолжаешь искать. Как тебе удастся, я уже объяснила. Зная, кто ты, ты будешь делать осознанные шаги и не будешь спускаться на уровень, ниже которого не надо реагировать. Можно продолжать дальше? Да. Пятый вопрос. На каком уровне находится мое высшее я? И, соответственно, какой ангельский уровень тогда, поскольку она ангел? 13 уровень высшего я и 10 ангельский уровень. И 10 ангельский. 13 уровень высшего я – это, в принципе, очень высокий уровень. Я удивлен, что она такие ошибки допускала. Но сейчас, я надеюсь, все резко у нее изменится. У нее хватит мудрости и знаний. Иногда мы не видим у себя под носом, что происходит, заигравшись высокими целями. Как вы правы, Лала, как вы правы. Благодарю вас. Можно дальше проходить, идти? Можно. Сколько у меня кураторов? Такой вопрос. У тебя есть на сегодняшний день друг. Это я, который идет с тобой по жизни от твоего рождения и до перехода. Кураторы приходили, не кураторы, я бы назвала их учителя. В тот момент, когда они нужны были тебе. Если ты дальше будешь развиваться и изучать что-то новое, учителя будут приходить и уходить в тот момент, когда они необходимы. Учитель приходит всегда, когда ученик готов. Я благодарю вас, Лала, за этот замечательный ответ. Можно идти мне дальше? Да. Седьмой вопрос. Как мне настроить прямой контакт с куратором? Вопрос к вам, Лала. Очень приятный вопрос. Ты знаешь мое имя, энергии, ангельские энергии, я тебе сегодня активирую. Мы можем сделать это прямо сейчас. Дай мне свои руки. Я вижу, что ты чувствуешь свой стержень в районе головы и по пояснице, но ниже ты его не видишь. Сейчас я подсвечу тебе его и пропущу тебе светлые энергии ангельского уровня, чтобы ты прочувствовала эти вибрации по всему позвоночнику, чтобы ты укрепила свой стержень и знала, как выглядят эти энергии и вибрации. Ты всегда можешь наполняться ими и всегда можешь призывать меня по имени, общаясь со мной на телепатическом уровне. Думаю, это будет для тебя нетрудно. Готово. Благодарю вас. То, что вы ее услышите, это гарантированно. Важно, чтобы она вас услышала. Для этого, если вы позволите добавить два слова от себя, ей надо погрузиться в легкое состояние альфы, в состояние безмыслия, освободить голову свою от мысли и через этот ангельский стержень, защищенный снаружи и изнутри, установить контакт к своему куратору, позвав его по имени. Первый ответ, который придет, будет всегда от куратора. Его нельзя анализировать, его надо воспринимать так, как это все идет, вот как оно есть. Я бы хотела добавить, пожалуйста. Да, ты все правильно сказал, я бы хотела добавить, что нужно все это делать в определенном защищенном месте, месте, которому ты доверяешь, месте, которым
Ты знаешь, что нет чужих энергий, только твои и энергии, которым ты доверяешь. Чтобы Только тогда информация... будет информация чиста. Чистая. Я хотел только сказать, да, безусловно, это очень важный фактор. И мы сегодня после нашей встречи еще почистим ее квартиру, защитим ее, поставим защиту мощную, чтобы она спокойно у себя дома могла дальше работать и чувствовала себя так, как ангел должен себя чувствовать, излучать свет радости. Благодарю вас, Лала. Мы закончили с этим вопросом, можно проходить дальше. Я бы еще заметила, что пожалуйста, даже в своей квартире, пожалуйста, найди какое-то определенное место, где не будет чужих энергий, будут только твои энергии. Ты можешь чертить какой-то круг в определенном месте и визуализировать только свои энергии, чтобы не было никаких патогенных, негативных или чужих энергий. Как ангел, ты можешь почистить этот круг, нарисовать в воздухе круг, в котором ты будешь находиться и доверять этому пространству. Уважаемая Лала, я переспрашиваю не из-за того, что я не знаю, это из-за того, чтобы просто объяснить Галине эти нюансы, потому что это первая встреча, и очень много будет для нее информации. Просто некоторые вещи, как у нас говорят, разжевать, чтобы ей легче было понять. Благодарю вас, уважаемая Лала. Я даю информацию для души 13 уровня настолько, насколько она ее поймет. Я могу продолжать? Да, продолжай, пожалуйста. И спасибо тебе за твои разъяснения. Я давно не была на Земле, и, скорее всего, нужно, как ты говоришь, разрывать для души в биороботе. Лала, понимаете, мы встречались уже, наверное, с несколькими сотнями кураторов из всех миров, которые есть, и ангельские мира были, и все планеты, которые мы знаем вокруг нас, и вот этот весь опыт. Мы просто знаем, где люди спотыкаются. Они могут не понять какую-то маленькую... Пожалуйста, я полностью доверяю твоим комментариям. Благодарю, благодарю, Лала. Я перехожу к восьмому вопросу. Это ситуация. У меня бывают сны с очень реалистичными ощущениями. Тело стало прозрачным, остались только спирали ДНК таких огромных размеров, что этими потоками я смогла активировать ДНК других людей. Что это было? Твоя голограмма внутри тебя. Абсолютно верно. Тебе рептилоид. Объяснили, что она была как стекло, и другие люди именно так ее и видели, и отдавали свои энергии. Отлично. Благодарю вас. С этим мы разобрались. Мы можем переходить к девятому вопросу? Да. Девятый вопрос. На что мне надо обратить внимание для выполнения программы и целей в этом воплощении? Я, по-моему, уже отвечала на такой вопрос. В первую очередь тебе надо обратить внимание на себя и внутрь себя. Я бы сказала, что тебе нужно поздороваться и познать себя. Полюбить себя, сделать ограничения, как я уже сказала, не падать ниже какого-то уровня. Ну а дальше, если ты будешь держать эти вибрации, ты сама увидишь знаки вокруг тебя. Очень интересный ответ. Мало быть осознанной душой, надо держать вибрации, иначе знаки, которые к тебе поступают, и твои вибрации будут идти вразрез. Ты просто не увидишь то, что приходит тебе. И последний вопрос, десятый. Вопрос сформулирован так. Остались ли у меня кармические задачи? Правильный вопрос был бы, сколько кармических узлов я прошла и сколько еще осталось? Прошла 4 кармических узла, осталось 2. Все. Это уже значит 6 узлов у нее было, 4 прошла, 2 осталось. Лала, я очень... лишь хочу добавить, пожалуйста, что не надо смотреть на кармические узлы, как на что-то негативное. Прошу тебя поверить, у тебя остались позитивные кармические узлы, связанные с твоим развитием. Я лишь хочу напомнить, что выбор всегда остается за вами. Конечно. Уважаемая Лала, мы закончили. У нас 10 вопросов были, вы на все ответили. Если вы хотите сейчас что-то от себя лично передать Галине, это был бы самый лучший момент.
Я думаю, что я передала достаточно информации, активировала стержень. На сегодняшний день этого вполне достаточно, чтобы началось преобразование ангельской души. Мы тоже так считаем, уважаемая Лала. У нас есть очень добрая традиция в этой комнате диагностики. Каждому куратору, каждому учителю, который приходит к нам в комнату диагностики, мы всегда дарим один определенный подарок, Верочка. В твоих руках появляется большая корзинка с самыми вкусными и самыми спелыми ягодами, которые есть на Земле. 1, 2, 3. И я прошу Лалу принять этот скромный подарок в знак благодарности за ее помощь, за этот визит, за эти ангельские энергии, которые она принесла в нашу комнату диагностики. На добрые воспоминания. Благодарю вас за этот шикарный, такой неожиданный подарок. Мне это очень по сердцу. Замечательно. Уважаемая Лала, я пришло время расставания, но я не говорю прощайте, я говорю до скорых встреч. Возможно, Галина пройдет, сделает свои домашние задания, захочет еще раз, захочет встретиться со своим высшим я, узнать о себе, задать ему вопросы. В этом случае мы обязательно пригласим вас, и мы поднимемся вместе тогда на этот уровень, если у нее будет такое желание узнать о себе больше. Или просто еще раз задать какие-то вопросы своему куратору. Поэтому я говорю до скорых встреч. Я благодарю вас. И я хочу сказать Галине, что она сделала меня счастливой, заказав встречи со мной. И я хочу поблагодарить вас за этот шикарный подарок, который, как я уже сказала, мне по сердцу и по душе. Я забираю его с собой на мой ангельский уровень. Замечательно. Мы очень рады. Посылаем нашу искреннюю энергию благодарности и любви. Привет ангельскому миру. И я говорю, до скорых встреч. Прощайте на сегодня. Всего доброго вам. Рассинхронизируйся, Верочка. Готово. Отлично. Хорошо, Галина. Как вам встреча с Лалой, вашим куратором? Великолепно. Я до сих пор нахожусь в легком шоке. Оно будет продолжаться, этот легкий шок, вы это почувствуете скоро на физическом плане, эти энергии. Загляните внутрь, она очень правильный совет вам дала. Научитесь смотреть внутрь, тогда вы увидите все, что вы не видели. Потому что все находится в нас внутри, не снаружи, а внутри нас. Хорошо, сейчас мы будем возвращать вас назад в ваш биоробот для синхронизации всех энергий и вибраций. Все перейдет на физический план, и мы сразу приступим к чистке вашей квартиры. И для усвоения энергии и вибраций возвращаем тонкую копию Галины в систему биоробот-душа. Заводим, подключаем ее к каждому органу, каждой клеточке, каждой извилинке головного мозга. Проходит полная синхронизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Готово. Отлично. И отключайся от Галины и переносись к входной двери ее квартиры. Квартиру ты видела. 1, 2, 3. Ты стоишь перед дверью. Я здесь. Входи в квартиру. Да. Я даю команду. В зале установилось. Арахноид, рептилоид, два грея. Черт, две воронки. Черт, две воронки. Что-то белое. Что это белое такое? Не знаю, типа фантома. Неупокоенная душа? Не знаю. Арыша снимает все маски и голограммы. Фантом пристает в первозданном виде согласно своему эфирному коду ДНК. Это размытое. Размытый фантом какой-то. Фантом, ты меня слышишь? Фантом проявляется, становится четким. Мужчина, неупокоенная душа, он прячется. А что ты прячешься, мужчина? Не знает, на правильном ли он пути. Хорошо. Ты хочешь уйти в светлый портал? Да, он ищет портал. Хорошо, ты нашел это место, не бойся. Представь в своем виде, мне надо пообщаться с тобой, понять, кто ты. И я открою тебе сегодня светлый портал, и ты уйдешь в чистилище, туда, куда ты хотел уйти. Андрей. Андрей, приветствую тебя, Андрей. Хорошо, то сейчас я разберусь с интерферентами и потом решим вопрос с тобой. Все уже на месте, ты нас нашел. Хорошо, поехали. Арахноид, ты все забрал? Да, все забрал. Хорошо, готов уходить? Он даже собрался общественного места. И там он был? Который балкон выходит у нее. Вернее, дверь выходит на общественное место. Там тоже собрался. Отлично, молодец, Арахнуть. Готов уходить?
Готов. Больше не приходи в эту квартиру. Открывается и в это биополе. Открывается наверху портал против часовой стрелки на частоте арахноида 1, 2, 3. И арахноид забирает все, что он с собой принес, и уходит на свою частоту, закрывая, печатая, растворяя. Готово. Хорошо, рептилоид, мы расторгли контракт с тобой и Галиной. Ты в курсе уже, да? В курсе он, да, видел. Ладно, хорошо. Вы готовы вместе с Греями уходить на свою частоту? Да, они сняли все устройства, готовы уходить. Отлично. Благодарю за кооперацию. Открывается наверху два портала. Один на частоте рептилоида, один на частоте Греев. И рептилоид уходит в свой портал на свою частоту, Грей уходит в свой портал на свою частоту. Закрывай оба портала, опечатывай, растворяй. Готово. Под воронками открывается портал в галактическое ядро, они уходят на переработку, закрывай, опечатывай, растворяй. Есть. Хорошо. Ну что, черт, соскучился за нами? Он не понимает, что за кипиш происходит здесь. А, ладно, хорошо. Ты знаешь, кто мы, нет? Но он показывает крылья, то есть он понимает, ну, ангел. Хорошо, мы пришли чистить эту квартиру. Я не собираюсь ничего тебе делать плохого. Я даже тебе предлагаю сейчас выйти, собрать все свои комочки, одеялки, все, что ты раскидал, носочки, если на ком-то есть, из обитателей этой квартиры. После этого... Ты мне покажешь все порталы в этом доме, в этой квартире, я их закрою. И после этого всего я соберу еще весь негатив, который находится в этой квартире, и отдам этот тебе огромный шар в дорогу. А потом открою тебе портал на твою чистоту. Тебя устраивает такой вариант? Да, его устраивает. Он говорит, понял, никогда не присутствовал при чистке, только слышал про это. Хорошо. Так что не беспокойся, у меня ничего, все нормально. Хорошо, давай, выходи тогда, собирай все, что ты оставил, раскидал, ничего не забывай. Доложи мне о готовности к проверке. У нее очень много ящичков по квартире. Он любит их, да? Он любит их, спрыгает с одного на другое, в коридоре, в зале. Угу, понятно. В спальне одеялко, под кровать комки, на диване, кухня. Везде, где человек ходит. Считай его цифры над головой. 4-5. Пятерка, хорошо. А животных нет в этой квартире, черт? Кошки, собаки, птичек. Но он мотает головой. Хорошо. Собрался. Отлично. Давай, пошли по квартире, показывай мне, где порталы, показывай Вере, а я буду их закрывать. Как закроем все, соберу тебе весь негатив. Поехали. Значит, у него показывают входная дверь с внутренней стороны. Там напротив висит зеркало. И вот между зеркалом и дверью оно образовало портал. Вот как? Вот это да. Именно хорошо. Внутри. Хорошо, я могу тогда весь коридор делать? Да. Хорошо, я даю команду по всему периметру коридора. На счет 3, 1, 2, 3 открывается портал в галактическое ядро, засасывает туда этот портал, фантом портала, все наночастицы, все уходит, улетает на переработку. Закрываем, опечатываем, растворяем. Пошли дальше. Готово. Он показывает на место, где висят оружие, там у него оружие или что это? Там оружие? Висят на стене. Ага. Это портал? В этом месте. Но они волнуются. Все это место волнуется. Откуда волнение идет? От оружия или от стены? Значит, волнение идет от стены, но образовано оно оружием, которое висит на этой стене. Они все имеют свою энергетику. Хорошо, обращаю внимание Галины. Я не знаю, что она с этим оружием собирается делать в квартире. Но это оружие в состоянии открывать даже порталы. Поэтому мы очень вам рекомендуем как-то это все или убрать, или, я не знаю, решайте сами. Но они несут энергетику негативную. Рано или поздно они пробьют. Хорошо, я даю команду по всему периметру этой стены внизу. Под этим оружием открывается портал в галактическое ядро 1, 2, 3. Засасывается туда этот портал, вся энергетика засасывается из этого оружия. Фантом портала уходит, все наночастицы, все на переработку. В чистую первичную энергию уносится. Закрываю, опечатываю, растворяю. Пошли дальше. Готово. Ванна. Пол, стена. Круглое зеркало. И под круглым... Красное,
Под круглым зеркалом внизу открывается портал в галактическое ядро 1-2-3. Засасывает туда этот портал красный. Фантом портала, все наночастицы, все уходит на переработку в чистую первичную энергию. Закрывай, печатай, растворяй. Готово. Хорошо, пошли дальше. Кухня? Нету там портала. Хорошо, а где есть еще? Все, порталов нет. Хорошо, значит, мы все порталы закрыли. Переносимся к нашей клетке 1, 2, 3 и... Я даю команду на счет 3 ска. Один с космическими энергиями, другой шар с низкими эмоциональными энергиями. Пошел процесс. Шар очень большой, думаю. А космический? Меньше. Хорошо, под космическим открывая портал в галактическое ядро. Космический уходит на переработку в чистую первичную энергию. Закрывая, печатаю, растворяю. Ну что, черт, многое пообещал? Он говорит, это все мне. Да, унесешь? Не треснешь? Собрать тебе это все в шар поменьше? Как ты хочешь? Нет, все, давай. Хорошо, даю команду, отправляю этот шар к черту. За свою жизнь столько мне насобирал. Он сейчас там вырастет в кабанчика такого в клетке. Угу. Он покрикивает, ну, кричит. От радости? Распирает его энергией. Понял, значит, он хочет, чтобы я его отпустил, да? Хочет. Хорошо, черт, мы с тобой договорились, я здесь буду запечатывать, поэтому найди себе другое место обитания, в эту квартиру больше не заходи. Мы договорились? Да. Отлично. Открывается внизу портал против часовой стрелки на частоте черта 1, 2, 3, и черт уходит на свою частоту, закрывая, печатая, растворяясь в огненную пентаграмму. Готово. Хорошо, переходим к неупокоенной душе Андрея. Андрей, мы приветствуем тебя еще раз. Расскажи, пожалуйста, как давно ты ушел из этой жизни? 13 лет назад. А почему не ушел сразу? Он летал. У него как крылья приделанные сзади, то есть это дельтаплан или что-то такое. Откуда он? Он с ним разбился. А-а-а. Но продолжал летать. Пока не понял? Понял поздно. Когда все закончилось, понятно. Андрей, в каком возрасте ты погиб? 32. Совсем молодой. Хорошо, Андрей. Ты пришел, что мы открыли тебе светлый портал. Вот этот момент и настал. И я даю команду. На счет 3 открывается светлый портал в чистилище. 1, 2, 3. Андрей идет в чистилище, в светлый портал. Его встречают все друзья, все кураторы, все, кого он знал на этой земле. И мы желаем ему всего наилучшего в новой его жизни. Но он туда зашел и снял с плеч этот дельтаплан или что у него было. Встал от него. Попрощался. Дальше. Всего доброго. Закрывай, опечатывай, растворяй. Готово. Вот еще одно хорошее дело сделали. Хорошо, Верочка, у нас клетка пустая, да? Да. Открывая под ней портал в галактическое ядро, она уходит на переработку. Закрывай, опечатывай, растворяй. Готово. Переходим к защите квартиры. И я даю команду на счет 3. Остается включенным. Защита действует, защита активирована. Готово. Хорошо, мы закончили здесь? Да. Отключайся от квартиры и поднимайся в свою комнату диагностики. Пошел, пойдем. Готово.